Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Анны Ракаевой. Как настроение у вас? У меня прекрасное. Знаете почему? Сижу и улыбаюсь. Ведь я понимаю, что сегодня у нас 31 января. И я понимаю, что я подписалась. Я сама подписалась на это. Ведь я решила снимать мои фавориты месяца. Естественно, декабрь месяц очень быстро пролетел. Незаметно, и точно так же пролетел январь. И я уже отрываю сегодня календарик, а там 31 января. Ну, знаете, я как-то не грущу, потому что еще один февральский зимний месяц. Но погода нас в Стамбуле стала радовать. У нас сегодня 10 градусов тепла, и это значит, что я чувствую это солнышко, вот это тепло, которое вот оно светит на меня. И я хочу поделиться с вами моими фаворитами этого прекрасного январского месяца. Да, знаете, не могу сказать, что у нас лютая зима в Стамбуле, но, тем не менее, похолодало, и это дало какую-то мне надежду, что вот я почувствую сейчас что-то такое зимнее волнение, эту зимнюю сказку, но, увы, в Стамбуле этого не было. Хотя был один день, когда шел снег. Знаю, что многие даже успели уже сфотографировать, вот снег в Стамбуле, но вы знаете, это всего лишь плотный снежок, который вот так вот дуновением ветра пролетел, прошел, убежал. Если вам интересно, оставайтесь со мной. И да, знаете, о чем я подумала? Мне многие пишут: Анечка, Анечка, мы так ждем ваших интересных историй. Это не моих, это наших героинь. Интересные истории у нас обязательно будут, и они обязательно продолжаются. Просто их так много накопилось, и быть мамой, быть женой, быть преподавателем, быть блогером, быть невесткой – это не абы какое задание в этой жизни, сами, думаю, понимаете. Ну что ж, хватит болтать, чашка чая у вас есть, и начинаем. Как я хотела сказать уже ранее, эта зима как-то, вот как-то, знаете, мне не хотелось теплых каких-то ароматов, и несмотря на то, что Dolce & Gabbana Light Blue — это такой летний свежий аромат, аромат моря для меня, аромат какой-то волшебной, я бы даже сказала, такой сказки. Я пользовалась им абсолютно весь январь. Вот этот аромат, он ассоциируется со мной, у многих он ассоциируется с летом, но для меня он был январским. Представляете, какая зима у нас в Турции, в Стамбуле. Вот такая. Поэтому Dolce & Gabbana, ставьте лайки, кто любит этот аромат. И пишите, какими ароматами вы пользовались в январе. Мне действительно очень интересно, потому что столько есть разных ароматов и столько разных ноток есть, что мне интересно, чем вы пахли в январе месяце и что вы порекомендуете в феврале месяце 2018 года. Дорогие друзья, в этом месяце я прочитала книгу, которая называется «Хюге». Видите, «Хюге». Эта книга действительно довольно-таки прекрасная. Я считаю, что у каждого она должна быть в библиотеке дома. Да-да, я не ошиблась, она должна быть у каждого в библиотеке дома. Поскольку, естественно, у меня эта книга на украинском языке, потому что я ее читала на украинском языке, покупала ее в Украине. Вы можете найти ее на любом языке. Вот действительно написано, что это мировой бестселлер. Ее сейчас все читают вот так, знаете, так залпом, потому что здесь в этой книге собраны секреты счастья. Давайте много не буду рассказывать, ведь все-таки Дания занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству счастливых людей. Если вам интересно узнать секрет счастья, я рекомендую вам эту книгу.
Следующим моим фаворитом будет, как ни странно, с книгой «Я пила в этом месяце кофе». Кофе Чибо, 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 Чибо. У кого есть аппарат Чибо кофейный? Любите кофе? Кстати, как-то попробовала чай, не совсем мне понравился. Этот аромат эспрессо ванилля, очень классный. Вот ванильки в кофе я добавила, но не в парфюм в январе месяце. Поэтому, кто любит Чибо, рекомендую еще раз эспрессо ванилья. Дорогие друзья, в этом месяце мы с мужем ходили на такое прекрасное событие. У них компания Honda их отдел занимает лидирующую позицию по всей Турции. И поэтому они собирались и делали такой корпоратив. И на этот корпоратив я приготовила себе особенный наряд. Он вам очень всем понравился. Это был красный костюм брючный, были брюки, были пиджак, но в гармонию с вот этой прекрасной блузкой, которую я купила в Манго. Это размер M. Ребята, я просто без ума от этой блузки. Это легкая ткань, я вам еще расскажу, очень легкая ткань. Как она красиво выполнена, вот эти рюшики, вот этот шикарный цвет, этот прекрасный рукав. Восточная сказка. Я думаю, что я буду носить эту блузочку с удовольствием, абсолютно весной, может быть, даже и летними прохладными вечерами где-то возле морского берега, потому что здесь цвета сине-бирюзовые, и она очень классно сочетается и с красным цветом, и с, будет сочетаться хорошо с желтым цветом, потому что много присутствует синего цвета. Это вам говорю я, как стилист. Ой, смешно, конечно, как я, просто девочка Аня, которая любит моду. Также, если говорить о косметических еще средствах, девчонки, я открыла для себя прекрасный блеск. Блеск Faberlic в номере 439. Этот блеск сейчас у меня сверху на губах, сверху помады, видите, сверху помады. Он прекрасно пахнет, и он очень стойкий, и ценевая политика очень приятно вас обрадует. Поэтому, девчонки, кто хочет этот блеск, обращайтесь к консультантам Faberlic. Дальше, девчонки, ходили мы еще на свадьбу с мужем. Помните, у меня в Инстаграме был такой просто бум. В 5 часов мне вечером муж говорит в воскресенье: «Дорогая, мне пришло напоминание, мы идем с тобой на свадьбу к моему коллеге, который после этого вечера уезжает в Измир». Да, говорю, прекрасно, а где же мой наряд, где же мои новые туфли? Говорю, мы же не подготовлены с тобой. Кстати, мужу мы тоже купили полностью лук новый. Ну, у меня, кстати, к счастью, было прекрасное платье, которое его одела всего лишь разочек на Новый год. Я его решила одеть на свадьбу. Такое оно бордовое было, но туфли мы купили к этому платью новые. Туфли фирмы Эль, я думаю, кто живет в Турции, тот знает эту фирму. Она очень хорошо выпускает обувь. Вот такой шикарный каблук. Очень удобный, очень устойчивый, несмотря на то, что вот такая здесь, кажется, знаете, большая платформа. Так что, девчонки, кто любит платформы и кто любит такие шикарные модели, загляните в магазин Эль. Я думаю, что вам обязательно что-то приглянется. Особенно в феврале месяце будет хорошая распродажа на обувь зимнего фасона, на зимнюю коллекцию. Итак, девчонки, это не все. А еще в этом месяце мы с мужем стали смотреть турецкий сериал. Итак, я вам рекомендую.
сериал, который называется «Ватаным Сенсин», где играет шикарный актер, который играл в «Великолепном веке» султана Сулеймана. И, между прочим, в этом сериале он играет сейчас со своей женой. У них очень интересная история. И это очень прекрасный сериал для тех, кто хочет узнать глубже турецкую душу. Итак, «Ватаным Сенсин» я рекомендую вам посмотреть. Музыкальная композиция у нас с дочкой просто третий месяц уже, знаете, на лидирующих позициях. У нас каждый день Йола, та-та-та-та-та-та, Йола. Я думаю, догадались, кто это? Да, это Таркан. Она слушает его, она танцует, она мне показывает, и дальше говорит Таркан, 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 почти как таракан. В общем, Йола, кто любит Таркана, пишите внизу под видео, какие вам еще нравятся его композиции. И еще хотела вам сказать, что в этом месяце, да, в этом месяце мы со своими свекрами ездили в новый город в Турции, это Эдирне. Я думаю, вы уже успели посмотреть видео, да, о этом городе. Кто нет, я оставлю подсказку, да, на видео. Вы можете после этого видео посмотреть. Прекрасный, хороший турецкий колоритный город, где есть шикарная мечеть Сулеймани, Селимия. Мечеть, как я уже говорила, была построена в честь сына Селима, сына кого? Роксоланы и Сулеймана, совершенно верно. Чаечки, привет! Я бы вам показала, но я думаю, что кадр сейчас сместится на крышу. У нас много-много чаек, они все кричат, кричат и зазывают, наверное, весну. Итак, поэтому Эдирне, если кто-то будет в Стамбуле, Эдирне всего лишь находится в 2,5 часах от Стамбула. Возьмите себе тур, поедьте туда, посмотрите, ведь очень отличается от контрастного большого города Стамбул. Поэтому я рекомендую город Эдирне. И не сидите на месте, путешествуйте, ведь жизнь у нас прекрасно. Слышите, как они вам приветы передают, наши любимые чайки? Мне кажется, что они словно сейчас хотят залететь к нам в кадр. Ну и еще одним моим фаворитом, я буду на этом заканчивать, это Шармик. Умный, хороший, это Шармик. Слоник, видите? Слоник. Слоники для меня особую роль играют в моей жизни, поскольку я верю в то, что слоны приносят удачу. И я коллекционирую слоников. И мой муж решил мою коллекцию пополнить в виде шармика Пандоры у меня на браслетике. Ой, дорогие мои друзья, я вас буду целовать, обнимать, о себе еще немножечко вам аромата. Буду заканчивать на этом, ведь у меня сейчас будет занятие с прекрасной девушкой Анастасией, которая уступила мне свои полчаса занятия, чтобы я для вас сняла видео. Целую, обнимаю. Пишите, что вам понравилось в этом видео и чем вы пользовались в январе месяце. Люблю, целую и увидимся с вами в феврале месяце с новыми моими фаворитами. Пока-пока!